Всем привет! Наконец-то вышла хотя бы демка. Посмотрим демку. Думаю, будет прикольно и интересно. Сейчас кое-что проверю. Так, звук есть. Погнали. Скучал я по этой игре, пытался когда-то ее давно очень пройти, еще оригинальную версию. Это было очень сложно. У меня она была на трех дисках, на первой PlayStation, как бы. И это было жесть. Я так-то до конца не дошел, на третьем диске какой-то был глюк, или я тупил сильно уже под конец игры. Я просто не знал, куда пойти, что делать. Надеюсь, в этой игре все это поправили, немного проще будет. Это что? А, камера. Классика. The game, the settings can be changed at the time in the option menu. Классическая, что? Норма. Надеюсь, музыка будет та же самая на первом боссе. Это будет круто. Ностальгии. Да, сорян, сейчас без камеры, потому что я это с плойки стримлю. Вот. У меня на плойке камеры нету. Надеюсь, не дышу в камеру, ой, в микрофон. Так, я вернулся. Блин, какие знакомые ракурсы, это ж пипец просто. Все то же самое, только в мега крутой графике. Вы, наверное, даже половина и не знаете, как выглядит предыдущая версия. Там, наверное, было всего 10 полигонов на персонажа. А, еще и музыка та же, писец, это просто нереально. Дайте мне Клауда. Барретт.
Почти все я даже помню, как зовут, блин. Get down here, Merc. Еще озвучили, а раньше приходилось читать, это просто жесть была. Так, камера, бег. А есть как-нибудь переключить между на классический? Думаю, наверное, тут нельзя будет, а в самой игре или в бою, посмотрю, наверное, можно будет переключаться на классическое управление. Потому что разработчики обещали, что можно будет переключиться на классическое управление. Halt! Who goes there? You're up. Блин, я ее проходил, мне, наверное, лет 15 было. Так, атака, квадратик. А, у меня сейчас классическое управление как раз, как в старые времена. This is more active, you can simply wait on your ATB gauge has failed and press X. Ладно, по ходу дела разберемся, здесь такое. Пейджа больше нет. You're coming with us! Nice and easy! Don't think so. А нет, не классическое управление, так неинтересно. Больше на свой что-то похоже. Можно это приблизить, блин? Подойди поближе. Азиаты всегда классно волосы делали. Посмотрите вы только на этого Клауда. Можно скриншот делать. Надо сделать скриншот. Стоп. Скриншотик сделать. Снимок экрана. Да. Потом в Твиттер. Блин, я сейчас просто сфоткаю для брата. Сорян. Ай, блин, не то. Ладно, все, погнали дальше игру. Сейчас я... У меня просто у брата везде на аватарке Клауд стоит. Возвращаемся в игру. И это просто надо заснять. Пару фото сделать. Теперь видео. Видео есть. Я думаю, ему хватит. Пусть слюни пускает. Так, ну теперь можно продолжать дальше. Hands where I can see him. Так, как переключиться мне на старое управление? Оно было временно подумать было. Так, Unish мод, атак, командное меню. А, типа смешивать можно. Freeze! Move and we shoot. Я понял, да. Вот. Go ahead. Спелла, били, у меня ничего нету. Чтобы это так менять. You can expand it ATB. Provide change to battle. Понял, понял, понял. Спасибо. Enough of this. Abilities. Да, так, кстати, управление намного лучше. Они смешали, получается, классическое управление, смешали с новым управлением из 15-й финалки. Так, это меню. Ага, это обычное меню, стандартное. Battle Settings.
Опа, что это дает? L1 плюс 0 Potion. Так, ну в принципе тут всего лишь одна глава, здесь можно долго не копаться, это потом, когда выйдет уже оригинальная игра полностью, тогда можно будет покопаться. Так, а что они еще? Абсолютно у нас нету карты, да? Угу. Я понял, окей. Погнали. Здесь за первого босса, паука-робота. Тифа еще, кажется, с нами будет, точно не помню. R1. Так. You're coming with us. Can't get surrounded. Nope. Steady. I'm waiting. Да, они так сделали с флешек. Steady. That's that. Abilities. Here it comes. Nothing to it. Кстати, чудо довольно-таки прикольно. Смешанные стили. Чемоданчик открывай. Два площади. Мне больше не надо. Типа нычка такая лайтовая. Find boxes with... Типа деревянные коробки можно разбивать, да? Хорошо. Я, в принципе, так, мы что-то нашли. Мы нашли инвентарь. Не то. Пати у меня пока нету. Мануал. Сашки. Там. Короче, пока вставлять я никогда ничего не могу, да, по этому сеттингу. Только fire. Окей, погнали дальше. So what Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Real joy to work with, though. Real joy to look at, too. Here we go. Looks are what people notice first. You'll keep us safe. Yes, I'm not on the right, same page Cloud? With people. I'd say you're not even reading the same book. Enough. We're done. Or even the same... Give it a rest. Come on. Nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Wedge. You better be worth the money, Merc. Every last gill. Нажать R3, а R3 переключился.
странный там. Get him, boy! So long. Let's go. А, тут вдох. Фу ты, блин. Туда мы пришли. Коробок нету никаких. Блин, ну графони, конечно, топчик тоже. Представляешь, что будет в пятой, это же просто писец. Открывай давай. В смысле, открывай. Спелы, фаер, натога. Бёрн, пёсик, бёрн. Полоса спелла где-то набирается, как узнать, когда могу использовать, когда не могу, или безгранично могу использовать. Эй, Клауд, мы здесь, давай к нам. Как-то так они заговорили. А чё мы там подобрали? Хорошо. МПшка. Типа не деревянный, картонный мы разрубить не можем. Хорошо. Блин, игра выходит на меди, ну пиздец. Игра с детства. Пролезешь там? Not so fast. We've got company. Как там? Первую собаку надо вынести. Try to keep up. Ага, вон. АТБ когда набирается, тогда могу использовать. Ничего не могу сейчас. Хорошо. Что было, у меня такая типа ульта? На треугольник, серьезно? Хотя не помню, вообще была ульта седьмой или нет. Где? Чё? Ты чё целый остался? Здорово! Так, чуть-чуть так тактики тут даже присутствуют. В отличие от 5.15, я в нее не играл, когда смотрел прохождение, но все равно, как-то там было закликивание. Здесь... Ну, как бы, это вообще первый юнит, они такие себе, дальше жопа будет. Такая, по карте мира будешь ходить, там все остальное. Зачем ты на кого удерживать, интересно? Сорян, тише игру. Делать не могу. Поэтому громкость тут. Нету ни ОБС, ничего. Soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Bet you've seen a few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Эх, блин, не успел.
заснять еще один какой-нибудь брату эту видосик. Бигз will have the door open soon. Да я не переживаю, открывайте, давайте дверь. I'm watching you. Следишь за мной, еще скажи, что мне не доверяешь, блин. In three, two, damn, I'm good. Давай. Who's there? Door! We'll wait. Ну, с боссом Камадрали Тифа уже была. That's а, нет, Тифа. Блин, честно, не помню. Я играл уже 15 лет назад. Здорово, пацаны. Каждый персонаж типа, имеет крутую обилку. Могу активировать ее через треугольник. Хорошо, попробуем. Пушмод, клауд. Nothing to it. Добавили немного фишечек. He always knows just what to say. Cut it out. Ничего такого нет. I got this place covered. Открывай. Simmer down, hotshot. Well, what are you waiting for? It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? And we're good. Careful in there. I got this place covered. Security's only gonna get tighter, so be ready. We can't afford any more mistakes. Looks like the elevator's on another floor. Mind pushing that button? So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Ты же знаешь Тифу. Это не мое дело, конечно, но вы близки. Уже ревность пошла, что ли? На ровном месте. Тифа и я их прервали. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako! It doesn't rest, and it doesn't care! You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do. Get help. Huh? Say that again. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Our lives are on the line now. You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach.
Just bear with him for me, would you? Yeah. Should have asked for more money. Gonna throw your sword at him? Let the man with the gun go to work. These tin cans ain't got nothing on me. Ain't no thing. Is that it? Now for the rip. А, да, у него вольта после удара. Вспомнил. А я что делаю? Научат между ними. Не вернули. Ничего, нычек никаких нету. Нычек нету. Look what we have here. A laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then, make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey! Just keep those baby blues of yours on me! Один Р2. Ладно, сейчас попробую так. А, или стандартная. А где эти? Барретт, ты чё там? Это было изи. Okay. Let's see what's up next. Будем тут по трубам прыгать и лазить, как было в первой версии, в оригинальной. Я не помню, это было до босса или после. Да, nice job, спасибо. Странное место. Опа, ящики. Подожди, покатило. Девочка их ходит, пинает там. Подобные арбы можно было вставлять типа в спелы людям. И этим оно разделяло. То есть можно было делать кого-то хилером, кого-то еще кем-то. They
Так, но это не босс. Точнее, мини-босс. Ну, посмотрим по музыке, потому что на босса тут была специфическая музыка какая-то. Крутая, которая до сих пор помню, как она даже звучит в голове. Лед. А, и восстановление ХП. Хорошо. Кода добавить ничего не могу поменять тоже, да? Что такое? Лимит брейки типа выбирать тоже можно будет. Ну, лимит брейк это вот там. We can take this hunk of junk. That hunk of junk is a heavy weapons platform. If we rush in, we die. Is that right? Need to hit it with magic. Блин, надеюсь, что на русском выйдет проще. Now's our chance. Go! No need to tell me twice. I'm going to enjoy this. Набирали. Инвентарь. Ключ какой-то. Какая-то медаль. Блин, надеюсь, они локализируют эту игру. Не будет как Devil May читать все. Это будет тяжеловато. Да, мы сейчас попрыгаем, и тут будет босс. И это будет, в принципе, конец демки. Печально. Я побегал тут еще. Scared, huh? More like excited. I've been dreaming about this for years. Тут хотя бы Клауд посматривает иногда, куда идти надо. Он возвращает систему. Ага, good luck. Сейчас туда сбегаю. В смысле, я сюда хочу? Нет, вообще охренело. Нет, 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 вверх, дай с ним поговорим. Надо поговорить. Вдруг нас там умрем. Но скучать бедная будет. Камеры летают. Все полезное. Блин, а я могу как-то свечиться между героями? Что за хрень? Время боя. А у него обидно, что не набран. How'd you like that?
right down to the bottom, to the planet's core. No, the pulse. I could have done that on my own. Sure you could. Подхилялись, сейчас будет. Разве вдвоем тут сражались? Давай, босс, выходи. Выходи, Кощей. Надеюсь, музыка та же будет. Да, брат, все-таки фотку еще одну сделать. Еще одна. Сейчас продолжим, как раз перед последним боссом, такое затишье. А брату надо скинуть фотку. Все, погнали бить босса. Let's see if little stamp really там после побега еще классный момент на мотоках, блин, уровень. Мы до него сейчас не дойдем. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Fine. What about the timer? Your call, Merc. Pretty cocky, ain't you? Конечно, после босса мы уже не вернемся. Точнее, не сможем дальше играть. Все равно. You double crossing! Heads up! What in the hell?! Hey! How the hell do we fight this thing? Yeah, yeah, it's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? Shit! Should I be worried? Who knew, who knew? Didn't I tell you to use magic? Thought you were full of shit! Если вашего врага, игрока схватили, быстро пересвищните на другого. А, got anything you wanna say? Funny way to ask for help. Kiss my ass! Я понял. Что? You got this! Hang on! Fire and fire! Yeah.
barrier? Never seen this defense system before. Sam, thought you were the expert! So what's your brilliant plan, genius? Bounced right off. Nice try, dumbass! Frontal assault, no good. Maybe try long-range attacks instead. Damn it, no good. Swing and a miss! There's gotta be a weak point somewhere. Then hurry the hell up and find it! It's my time now. You're up? I'm gonna have to do this all by myself? Yeah. Make mine! Hell yeah, baby! Now's our chance. Give it everything you've got. Let's do this. Keep it together. Need my help, do you? Damn pain in the ass! Get ready. You're done. Let's do this. Got him! А, так бежит, кажется. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Уворачиваться, чтобы. Take cover behind that debris. Cool. Steady. Strike now, before it fires again. Ай-ай. Так, стоп. Отличие Клауда. Ага. Так. Ноги сломали. Gotta time our attacks just right. Hold out until you spot it open. Все, вальнули. Это было легковато, кстати. You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. А, то есть нам дадут убежать, да? Отлично. Go, go, go! Oh.
А, то есть когда приедет Тифа на мотоке, у нас закончится демка. Круто, блин. На крутом месте. Или вдруг дадут покататься, блин. Будет круто. Куда бежать? Барретт, иди. Барретт меня кинул. Засранец. Барретт кидала. Куда ползти, блин? You okay? Do I look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. Come this way. Да хватит трещать, погнали. Так, мимо ящики. Время временем, а ящики это важно. Блин, надеюсь, приобрету ее, пройду полностью. Не знаю, получится ли. Хотя, чё не получится. Правда, если же спойки стримить без вебки, это, блин, не очень приятно. Ну, на мою рожу вы можете посмотреть на моих других видео и стримах. Пара, давай. Переметает своими лапками, блин. Да? Однорукий ниг. Однорукий громила. Там ничего нету. Все, погнали. Цветочек. Цвет враги. Find us a way out of here. But then... Который сам боялся своего кактуса из-за компьютера. X. Soldier boy. Чё она стрыснула? Чтобы она воевать не умеет, а что? Cool it. Пара цепь спелла нету. Как он так в прыжке? Погнали. Ой, да ладно. Ты откуда тут взялся, блин? Да, не очень. Да, блин. Let's finish this. Я согласен с тобой полностью. Откуда ящики? Вот эти отключенные.
before. Deal with that. All right, watch and learn. Don't look now, but it's about to get real. Это небольшая отсылочка к ихней же музыке победной. Да, это мило. Что за чуваки такие? You're done. It's over. See ya. Yeah. Где еще враг? А, я боюсь. А, блин, долбанные камеры. Take the lead. Yes, it's my turn. Get your ass out of here. Oh, we're showing you. Надо залазить, нет? Мы справились с самым деревом, а побыстрее. Сэр. Айфончик. Дадут нам моток? Сейчас Тифа должна появиться. Мы должны знать на мотоке. Эпичненько. Давай, герой, спасай мадам. I'll take that as a yes. Okay, that was pretty cool. Ну, конечно, суперсолдат. Погрузим этот город во тьму. Это продолжение рекомы, продолжение точнее. Это я, кстати, не помню, как зовут. Я знаю, что ее в конце убьют и все. Сифирот убьет. Блин, это было эпичненько, аж кинуло в ностальгию. Это было круто, резво, быстро, эпично. Графонисто. Круто, одним словом. А вот и Сефирот.
Digital Deluxe Edition, Final Fantasy 7 Remake, Game, электронный артбук, саундтрек, материалы призыва. Блин, а есть коллекционка? Хотел бы посмотреть на коллекционку. Какая там будет игрушка идти. Так, и сколько она коштует, интересно, блин. Все, всем спасибо. Блин, надо назад. Всем спасибо, кто смотрел. Это мы. Закончили обзор демки. Будем ждать, пока она выйдет, игра, полностью. Надеюсь, мы в нее поиграем.